старейших национальных праздников, отмечаемых и любимых по сей день, является Сабантуй. Праздник имеет тысячелетнюю историю и за время существования оброс немалым количеством традиций и обрядов. Он не затерялся в глубине веков, донес до наших дней свои краски и традиции. Сабантуй знают и проводят в десятках стран мира, где живут башкиры и татары. Он символизирует прошлое, настоящее и будущее. В минувшие выходные в Москве в музее-заповеднике Коломенское прошел 31-й международный фестиваль «Сабантуй-2019». В этом году национальный праздник был посвящен столетию образования Республики Башкортостан. В праздничном мероприятии приняла участие официальная делегация из Башкортостана во главе с председателем Государственного собрания Курултай Республики Башкортостан Константином Толкачевым. Творческие коллективы республики, звезды башкирской эстрады, представительные делегации Татарстана и Москвы. Нашему району во второй раз выпала честь представлять на этом празднике нашу республику. Масштабное мероприятие требует больших усилий, поэтому приготовление к нему началось задолго до его начала. Делегация района из 60 человек, преодолев около 2000 километров, на месте проведения народного праздника быстро и дружно соорудила башкирское подворье. Кто-то собирал сцену, кто-то юрты, подготовили места для выставок и торговли. А мастерица печного дела за короткое время построили печь. Как будто гомер выезжает в Юрюген, берегали команды лавирной веры. Хергим убединен ищен били башкарып ишлеп тигрюйлер. Бедигусен шонтиклым хуадыс, бяхет ливен, Аллаха шекур. Вся работа организована администрацией муниципального района и сельским поселением Макярский сельский совет, управление культуры района Бурибаевским горно-обогатительным комбинатом и ООО «Башкирская медь». Сабантуй проводится в 31 раз и пользуется большой популярностью среди москвичей и выходцев с нашей республики. Изюминкой праздника этого года стало большое количество людей и, конечно же, выступление лидера группы Deep Forest с башкирскими артистами. Эрика Мукей впечатлила национальность. Музыка на фестивале «Сердце Евразии», что он решил включить башкирскую мелодию в свой альбом. Так курай Роберта Юлдашева и голос Зилии Бахтиевой попал в западные чарты. Два года назад меня пригласили на музыкальный фестиваль «Сердце Евразии» в Уфе, где я познакомился с моим дорогим другом Робертом Юлдашевым и Зилией Бахтиевой и со многими другими музыкантами, которые мне показали все разнообразие башкирской музыки, башкирских голосов и инструментов, записали мне сэмплы. И когда я отправлялся домой уже во Францию, в аэропорту и в Уфе, я наблюдал прекрасный рассвет, sunrise, и это стало названием для моей новой песни, которая называется «Медный рассвет». То есть тот рассвет, который я встретил в Уфе. И в коллаборации вот с Робертом и с Зилей мы записали вот эту прекрасную песню. Хербер халык үзенсе матур, хербер тилдер үзенсе матур. Мына курайыбызды, бейеуебез, озын күйдәребез, башкорт тилинең төрләре. Иншалла мына ошоны балаларга еткерәйек, ошларды хаклайык. Шуңа мына Сабантуйда без берхал курсы халкы буды карайлар, улар бизди карайлар. Организаторами мероприятия выступили Татарская национально-культурная автономия, Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, правительство Республики Башкортостан и Республики Татарстан. Всю красоту башкирского народа постарались отразить делегации Хайбулинского района. Яркая и красочная экспозиция историко-краеведческого музея позволила всем желающим поближе познакомиться с обычаями и культурой башкир. Многим гостям понравилась юрта, и они с большим удовольствием фотографировались на ее фоне и внутри нее. У урындыка национального стола, заставленного по всем башкирским традициям. Здесь можно было изучить старинный быт, а также наблюдать за процессом приготовления национального блюда майикмек на самодельной печи, которые мастерски готовили Закия Кадаева, Венера Тулубаева и Минзифай Шумгулова. Многие гости смогли попробовать их на вкус. Также было много зрителей у ткацкого станка, на котором Клара Ласынова из Малоарслангулова показала процесс изготовления шали и ковра. А Альфида Ультракова из Абубакира представила колоритную выставку национальных женских головных уборов и украшений, которые пользовались большим спросом у гостей праздника.
Предприниматели района торговали медом, кумысом, курутом и другой продукцией. Москвичам представилась возможность попробовать национальные блюда, а также приобрести редко доступные в Москве национальные деликатесы. Все свои силы и умения в приготовлении национальных блюд и сервировке стола вложили повара школы села Бурибай Танзиля Нургалина и Танцулпан Искужина. Несмотря на то, что им пришлось работать в полевых условиях, они приготовили богатый угощениями стол. Особым спросом пользовался курут, изготовленный руками Гулии Шариповой и Эльвиры Юнусовой из деревни Сакмар-Назаргулова, а также мясо-молочная продукция фермера из деревни Мамбетова Эльвиры Габитовой. Выступления участников художественной самодеятельности района притягивали всех гостей. Многие пускались в пляс. В Хайбулинцами на малой площадке были организованы народные игры. Бег в мешках, бой горшков, бег с яйцом, стрельба из лука. Башкортостандан Хайбуларайнан кегендарин ишеткес, 2-3 одновой кутып юринок, шултиким горурланам. Горурланам бирден Башкортостанда туғаныма, икинсинен Хайбуларайнда туғаныма. Шултиким районымды яратам. Мен инде 8 ел Мәскәу қалаһында эшләп йөрөйм. Шулай булһа, үземдән якташтарды күрүмә зур шатмын. Шундай матур сыгыш яһайдар. Горурланам. Һәр вакыт шулай булыгыз. Мына бүген зур байрамга килдек, Хабан тойына. Үзебездекләрне күреп шултиклемне кывандым. Мин тәүдә гос ансамбль кигән дип сидәмдә күрдем дә, олон гына егетләр, олон гына кызлар, шундай матурлар, чеберләр. Мин яулықтан ғана таңдым. Гос ансамбль бұға түрлі яулық болмады, не бұнда түрлі-түрлі яулықлар. Но гос ансамбльден қалышмай, сидем бік шеп ансамбль нық матыр. Мин өдім Салауат районынанмын, Лағыр ауылынан, әліге әмәлдә. Мәскәу егетіна кеуге сығып, бұнда Мәскәуде тұрам. Шуға бік хағынып келдік. Өдібідің туған мұңды, туған яқты, туған мәдәниет әбізді бік хағынып. Килдегенде һәм балам да менә бәләкәй сактан ишетеп үсән телебезне, йырларыбызны, биюләребезне күреп үсән дип килдегенде. Бик охшай, Хабантуй елдан ел әдерлек нык күсәя, бик бүдгә охшай, кызык һәм үдебезне үйебездә һәм хис итәбез. Башкортстан халкына зур сәлам. Исполняющая обязанности заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан Ленера Иванова поблагодарила хайбулинцев и дала высокую оценку атмосфере, созданной на Сабантуе и уровне проведения мероприятия. Тысячи москвичей и гостей города стали зрителями колоритного праздника. Десятки культурных, развлекательных и спортивных площадок, отражающих тематику праздника, работали в течение всего дня. Представители Башкортостана постарались в полной мере отразить культуру и историю башкирского народа, продемонстрировать его традиции и обычаи. При этом для кого-то Майдан Сабантуе стал краткосрочным, но волнующим визитом на свою малую родину. Встречи с земляками, возможностью поговорить на родном языке, послушать родную музыку, сплясать любимые танцы. Для кого-то открытием чего-то нового и оставил в сердцах его участников незабываемые впечатления.